Приветствую, друзья! Сегодня у нас опять на обзоре TV Box. На этот раз Yondu True 4K E8 медиаплеер 4K Ultra HD. Чем интересен, друзья, этот медиаплеер? Коробка, кстати, достаточно твердая, хорошая тоже. Пришел без каких-либо там эксцессов. Что здесь видно? Что у меня версия 2.16 гигабайт. И что можно сказать о данном TV-боксе? Во-первых, здесь стоит мощнейший процессор К3399. Это примерно 80 тысяч в Antutu. Хексакор 64-битный. За графику отвечает Mali T860 MP4, то есть 4-ядерный, 2 гигабайта оперативки, 16 внутри. Есть, конечно, версии на 4 гигабайта, 4.32. Они, естественно, лучше, но я взял тот, что подешевле. Для меня, в принципе, 2 гигабайт должно хватить. LAN-порт до гигабита. USB, 2 USB-шки 2.0, 1 USB 3.0 и USB Type-C. То есть, вот этот новомодный USB Type-C здесь уже присутствует. Wi-Fi двухдиапазонный, 2.4 и 5 ГГц, и Bluetooth версии 4.0. Но вот все, что известно из коробки. Что же шло в комплекте? В комплекте шла абсолютно бесполезная инструкция. В принципе, ну, в ней ничего интересного нет. Добротный HDMI кабель, HDMI, тоже где-то примерно на метр длины. И вилка. Вилка вот с таким штекером. Сама вилка была вот такой вот. К сожалению, когда я приобретал, не было евровилки, поэтому пришлось взять такую. Вилка у нас 5 вольт, 2,5 ампера. Такой мощный. Пришлось вот через такой переходник использовать. Ну, конструкция получилась, конечно же, жесткая. Но, в принципе, она втыкается в розетку и там так держится. То есть, по сути, неважно. Но сейчас уже есть в наличии евровилки, поэтому смысла брать такую, наверное, уже нет. Ну, и сам TV-бокс. Боксик выглядит таким образом. Очень приятная матовая текстура. Реально классно. Реально очень красиво. На задней части у нас выход под питание, оптический выход, IV выход под тюльпаны, гигабитный LAN-порт, HDMI и два выхода USB 2.0. На этой части у нас полноценная SD-карта, она немножко торчит так вот. USB 3.0 и USB Type-C. К USB Type-C также можно подключать второй монитор. Ну, блин, это очень круто. Передняя часть, тут есть световой индикатор и кнопочка для включения. Тут ничего. Ну, собственно, вот все, что есть. На нижней части у нас надпись Yondu или Yondu Media Player, Y8, E8, RockChip 3399, 2.16 конфигурация памяти, 2.5, 5 вольт. Ну, собственно, все. И есть, конечно же, отверстия для вентиляции. Сверху никаких отверстий нет, по бокам тоже никаких отверстий нет. Но, по-хорошему, для того, чтобы было отличный теплоотвод, то можно было бы сделать небольшие дырочки здесь, и тогда бы качество теплоотвода существенно бы улучшилось. Но, с другой стороны, вот я его использовал, оно у меня, в принципе, средняя температура достигает 50 градусов, но об этом уже немножечко попозже. 4 прорезиненные ножки, под ними скрываются винты. Вот, для разбора девайса. Ну, в принципе, ничего особенного там смотреть нечего. Так, еще вопросы, какие есть по данному девайсу. Во-первых, на каком джойстике я его тестирую? Очень частый вопрос. Вот этот джойстик самый дешевый с Алиэкспресса или с JD. Давным-давно покупал. Вот так вот он выглядит. Он в комплект не входит. Просто частый вопрос, как выглядит мой джойстик. Вот так. И, конечно же, пульт дистанционного управления. Пульт матовый. Здесь подписано, как его программировать. Работает на 2 аккумулятора 3А. Ну, вот так вот в руке. Так в руке. Передняя часть, к сожалению, глянцевая, поэтому заляпывается. Это не очень хорошо. Что же мы видим на самом пульте? Ненужная совершенно часть для цифровой клавиатуры. В принципе, она уже устарела. Абсолютно бесполезная функция мыши. То есть, мы включаем курсор мыши, и вот таким образом мы управляем. Тоже бессмысленная вещь. 3 кнопки Android, 5 программируемых кнопок, но на самом деле 4 программируемые и функция включения программирования кнопок. То есть, это функции управления громкостью на телевизоре, отключить звук на телевизоре. Ну, и это я обычно назначаю на выключить телевизор. И здесь есть вот такой вот индикаторный светодиод. Вот можно увидеть, он мигает. Собственно, для программирования. И есть всякие функции для управления, для вызова различных приложений. Вот это вот обозначает, что вызывается Kodi. Здесь, по-моему, вызывается браузер, управление громкостью. Вот эти
функции я не использовал. Каким образом происходит программирование? Ну, друзья, абсолютно идентично, как во всех других, собственно, пультах управления. Нажимаем, держим, пока не перестанет мигать. Потом нажимаем ту функцию, которую хотим запрограммировать, например, отключение звука. Она начинает медленно мигать. Подносим излучателями и включаем. Вот мут я, например, нажимаю. После этого индикатор быстро мигает и прекращает, собственно, мигать. Вот так вот отключаем, все. Как бы одну кнопку я запрограммировал. Точно так же можно запрограммировать все. Поэтому при помощи вот этой части можно управлять телевизором. То есть, включить телевизор, отключить звук или изменить громкость у телевизора. При помощи вот этих остальных кнопок управляем самим боксиком. Ну, достаточно удобный, прикольный пульт. Ну, мне нравится, в принципе. Ничего плохого о нем сказать не могу, кроме того, что он глянцевый. То есть, реально сильно заляпывается. Заднюю часть вот прикольно сделали. Если бы делали такую же переднюю, было бы очень круто. Ну что, друзья. Теперь, наверное, самое время перейти к телевизору. И там уже поговорить полностью о том, что может данный TV-бокс Yondu i8. Но перед этим, конечно же, очень интересно посмотреть, как выглядит светодиод, потому что очень часто светодиоды светят прям сильно в глаза. Сейчас посмотрим. Включаем. Горит красным цветом и горит синим. Но, в принципе, светит достаточно сильно, поэтому если кому-то будет мешать, то можно заклеить его, например, черным скотчем. То есть, залазить внутрь и отрезать, мне кажется, это не наш метод, а вот заклеить какой-нибудь черной наклейкой – самое то. Ну, вот так вот выглядит светодиодик. Вот так переходит в режим сна. В режиме сна вообще не беспокоит. А вот синий свет достаточно сильно светит. Ну все, теперь точно переходим на телевизор. Единственное, друзья, что стоит добавить, это вот AV-порт, который я сказал на задней части TV-бокса. На самом деле это не AV-порт для тюльпанов и также не 3,5-мм разъем под наушники. Это, друзья, на самом деле внешний пульт дистанционного управления. То есть подключается в этот разъем, ну, на самом деле служебный выход. И как бы если вы подключаете свой TV-бокс к какому-то старому телевизору, то вам понадобится переходник с HDMI-разъема. Тут других вариантов нет. Если у вас же телевизор поддерживает HDMI, то все вообще просто великолепно. После загрузки TV-бокса мы видим следующий лаунчер. Здесь у нас есть TVMC. Это у нас стандартные Kodi. Есть TV Store, некоторые приложения тоже для Kodi. И KODONS. KODONS у нас закачивает разные плагины для того же самого Kodi. Удобное приложение, конечно, для обновления, но большая часть всего на английском языке. Если вы любите посмотреть какой-нибудь спорт на английском, то, в принципе, можно. Иначе оно бессмысленно, как и Netflix. YouTube полнофункциональный файловый менеджер. Достаточно обычный вот такой простенький файловый менеджер. Браузер и все приложения. Снизу, как вы видите, есть выдвигающаяся шторка и сверху тоже. Мне эти шторки очень удобны, я их использую, ну, достаточно классно. Те, кто не использует, ну, можно убрать. Так вот, например, вниз. Все, шторка скрыта. Что еще можно здесь, друзья? Можно вот так вот перелистнуть в бок. Здесь можно добавлять абсолютно любые приложения. Это, так сказать, сортировка приложений для вашего удобства. Ну, единственное, что здесь есть настройки. Немножечко некорректно, видишь, рекомендовать, как перенесло настройки, буква И только перенесена. Ну, это не очень корректно, не очень красиво, но как есть. В системе информации видим, что у нас конфигурация памяти 2 16 гигабайт. Многие из вас будут спрашивать, почему 2, почему не 4.32. Да, 4.32 лучше, но она и подороже. Android-версия 6.0.1 и прошивка у меня, видно здесь или нет, от 05.06.2017. Можно попробовать обновить, но никаких обновлений нет и пока не предвидится. Есть разговор о том, чтобы перейти на Android 7, но пока тихо. Другой, есть возможность включить сенсорный звук. Это у нас звук подтверждения, его лучше убрать, он действительно очень громкий и неприятный, поэтому его лучше выключить. Погода, ну и основные настройки. Вот, настройки выглядят таким образом, ничего особенного здесь нет. Вот заходим в экран, заставка и калибровка. Больше ничего интересного. More settings, тоже ничего любопытного нет. Заходим, например, в системные звуки. Они сейчас у нас отключены. Вкл-выкл, ну вот выключены. Приложение об устройстве, то есть ничего любопытного нет. Можно вот сюда зайти. Здесь у нас гораздо больше интересного. Во-первых, есть дисплей output. Видим, что здесь
primary и secondary. Каким образом это работает? Вот через HDMI мы подключились к основному разъему, есть еще дополнительный, к нему можно подключиться при помощи USB Type-C переходника. То есть можно подключить еще один монитор. Зачем он, непонятно, неизвестно, но в принципе можно два монитора подключать. И настройки скриншотов есть. Не очень это, конечно, важно, но есть. Из доступной памяти у меня всего 2 гигабайта и доступно 53%. Конечно, памяти не очень много, она кэшируется на диск, но скорость чтения записи здесь очень хорошая, ну просто отличная. Поэтому как бы никакой проблемы в этом я совершенно не вижу. Что мы здесь еще видим? Ну, о планшете, то есть он считает себя планшетом. Тоже прошивка от 05.06.2017, обновился по воздуху. Почему я так долго не делал обзор на данный TV-бокс? Пришел он ко мне достаточно давно, и люди спрашивали, ну когда? Потому что пришел он достаточно сырой прошивкой, и делать обзор на ту прошивку было, ну, бессмысленно. Было много багов, и производители обещали все исправить. Они действительно справились, все исправили, и вот теперь вот этот обзор имеет смысл делать. Так. Ладно, выходим и давайте посмотрим, что у нас есть за приложения установленные. Можно пользоваться, конечно, пультом. Я буду пользоваться в основном мышкой. Но мышка немного подглюкивает. Так, переходим в приложение. Что тут было предустановлено? Предустановлено было из интересного. iStream я установил для того, чтобы смотреть торренты. Очень рекомендую. КПУ Temp показывает нам температуру сверху. Это для того, чтобы вы понимали, какая средняя температура под нагрузкой бывает. То есть, смотря данный обзор, вы сможете посмотреть, что происходит с температурой устройства. Средняя температура, как вы видите, 50 градусов Цельсия. HD видеобокс это я установил. Ну, сразу можно сказать, друзья, о... Вот, кстати, скачалась игра. Здорово. О том, какие приложения я на данный момент использую. Для онлайн-телевидения это используется приложение TV+. Ну, давайте какой-нибудь Россия HD. Навигация на стадионах. Вот я выключил. Ну, вот примерно так это все выглядит. Можно на весь экран. Щелкнули здесь. Тут появилось на весь экран. Можно уменьшить не на весь экран. Сейчас мышкой не очень удобно это делать. Все. Ну вот, вот это приложение я использую для просмотра онлайн-телевидения. Как бы, если вам нужно, нормальное приложение. Отключим мут. Что же я использую для просмотра онлайн-кинотеатра? HD VideoBox. Шикарнейшее приложение. Вот, вторая игра установилась. Чем она хороша? У меня плюс-версия. В плюс-версии можно включить торренты. Вот таким вот образом. Здесь ставим галочку, и у нас везде появляются торренты. Например, мы заходим в какой-нибудь сериал. Так, что-нибудь посмотреть. Ну вот я, например, «Достать коротышку» недавно досматривал. Отличный сериал, мне очень понравился, забавный и, как бы, с другой стороны, такой про криминал. Если вы имеете плохой канал интернет, то, в принципе, вам достаточно будет обычной бесплатной версии. Здесь вот заходите в видео и можете включить, собственно, смотреть сериал. Ну, давайте запустим его. Очень быстро запустим и быстро отключим. Ну вот, видно, что все нормально. Запускается. Если же у вас плюс-версия, есть такая закладка торренты. И здесь можно смотреть в отличном качестве. Вот, например, есть качество на 5 гигабайт, на 8, на 6, на 11. То есть то, как вам нужно. Каким образом происходит просмотр? Подключается iStream Agent, поэтому я говорил, что его стоит установить. Идет предзагрузка, выбираете, какую серию смотреть, и, в принципе, оно все запускается. Все достаточно легко и просто делается. Но идет, конечно, небольшое тоже кэширование, подключение к пирам, потому что это мы смотрим через торренты. Очень здорово. Раньше я с торрентов все скачивал на флешку, потом флешку втыкал в TV-Box и включал. Теперь ничего скачивать не надо. Нашел фильм, начал смотреть, не понравился, следующий. Вот этим было плохо. Можно было полдня качать, накачать целую флешку, а посмотреть на самом деле и нечего. Здесь начинаешь смотреть, не понравилось, выключил, включил следующее. Очень удобно.
Если у вас хороший канал интернет, смотреть через торренты самое то. И вот он спрашивает, через что будем смотреть. Ну, давайте MX Player. Ну, видно, что все работает. Попер просмотр. Что можно сказать, друзья, из каких-то особых настроек? С этим мы разобрались. Основное. HDMI Sets не работает. Никаких настроек для него нет. Однако, вот что меня очень сильно удивило. Сейчас мы выйдем в коде, зайдем. Заходим в коде. Смотрим текущее состояние у нас. Это Full HD 60p. Заходим в видео. Файлы. Сейчас не вижу. Так. Видео. И, например, запускаем Mongola. Меня очень сильно удивило и приятно порадовало. Вот пошел Mongol. Смотрим, что у нас переключилось на 24p. То есть у нас работает автофреймрейт сам в коде. В других приложениях нигде не работает. В коде все работает великолепно. Но для этого надо, конечно же, в самом коде этот автофреймрейт включить. Переключается все супер. Больше я ни для чего коде не использую. Ну, в принципе, это единственная ее функция для моих нужд. Вообще, коде огромная машина, очень классная. Кто умеет настраивать, друзья, настраиваем, пользуемся. Вот выходит он из нее долго, и мне это не нравится. Вообще, бокс очень быстрый, очень классный. Ну, давайте, наверное, знаете, чем займемся? Посмотрим скриншотики и прокомментируем их. Ну, первое, что стоит сказать, друзья, из коробки у нас установлен root. YouTube у нас не поддерживает 4K, не поддерживает 60p из коробки, поэтому можно установить разные YouTube для Android TV и прочие там модификации YouTube, которые устанавливаются при помощи рута. Все это сделать можно, и будет у вас в YouTube 4K и 60p, если оно вам нужно. То есть рут есть, можно делать все, что вы хотите. Antutu набирает 76 тысяч попугаев, поэтому все игры, какие только есть, идут на максимальных настройках отлично. То есть любую 3D игру берете, все отлично идет. Исключение является только температурный режим, но о нем мы поговорим чуть позже с вами. По поводу памяти, друзья, вот вопрос в том, 2 или 4 гигабайтную версию. Конечно, лучше взять 4 гигабайтную, но стоит она существенно дороже. Но если смотреть на характеристики памяти, это 109 на чтение и 24 на запись. В принципе, нормальные характеристики, можно пользоваться. Скорость чтения очень высокая. Скорость чтения оперативной памяти, друзья, это у нас почти 10 тысяч мегабайт в секунду. Просто великолепно. Поэтому кэширование происходит достаточно быстро, но 2 гигабайт мне на самом деле достаточно. Хотя мой вариант использования не подразумевает, что я буду открывать там десяток вкладок в браузер, я его не использую в качестве ПК. Поэтому если у вас много всего навешано, сразу там несколько приложений, игр, браузер, социальные сети какие-то используете, все это одновременно, если у вас висит, то лучше, конечно, выбрать конфигурацию с большим количеством оперативки. Если у вас, как у меня, например, я либо играю, либо смотрю кино, ну, обычно что-то одно, то 2 гигабайт мне на сегодня вполне достаточно. Но это только на сегодня. Также можно удалить любое приложение. Вот когда вы наведете на любое приложение, зажмете, можно вот удаление, детали, бег. Бег — это запустить, деталь — это о приложении, то есть детали. Geekbench выдает 1347, 2576. И 2851 на втором тесте. Bonsai Benchmark 57 кадров и 4055 поинтов. И что же нам говорит КПУ-Z? КПУ-Z говорит, что у нас архитектура состоит из 2 ядер по 2 ГГц и 4 ядер по 1,51 ГГц. 40 нанометров. Раз, два, три. Ну, видно, 6-ядерный процессор. Все ядра загружены. За графику отвечает Mali T860 MP4, по-моему, 4-ядерный. ROG-чип, ну, в принципе, все понятно. Full HD, естественно, у меня монитор. 6.0.1 версия Android. И состояние температуры на тот момент было 26 градусов. Как видим, что у меня сейчас примерно 50-51 градус.
Вот так вот это все работает. Это я устанавливаю второй девайс инфо на всякий случай, чтобы все перепроверить, мало ли что. По загрузке оперативной памяти, как вы тут видите, опять-таки из 2 гигабайт 850 загружено. То есть у меня меньше половины осталось. Естественно, все кэшируется, друзья. Если бы у вас было 4 гигабайта, было бы загружено гораздо больше. По поводу чтения записи. Интернет у меня 30 мегабит, но вот тест показал 30 и 42 мегабита в секунду. Отличный тест. Роутер у меня стоит в соседней комнате. То есть все замечательно. Еще один тест. 41-41. Видим. 31-42, 41-41, ну отлично. И вот состояние Wi-Fi анализатора вот на таком положении стрелка лежит. Для соседней комнаты это, на мой взгляд, отличное значение. Он даже чуть побольше. Epic Citadel нам выдает 54.7 на Full HD, Ultra High Quality, и 55 на High Quality, тоже Full HD. То есть разница между High Quality и Ultra High Quality, ну примерно там совсем чуть-чуть. Как я говорил уже, ютубчик есть, 4К он, конечно, крутит, вот, но в качестве 1080p. Еще один ролик, тоже 1080p. По поводу запуска фильмов, ну, о них я сейчас расскажу чуть попозже, по поддержке кодеков, да, и поэтому мы это все промотаем. Относительно каким файловым менеджером лучше пользоваться, я рекомендую использовать вот этот вот файловый менеджер Rock Video Player. Он показывает все видео отлично, то есть я в данном случае отказался и от видеопроигрывателя стандартного, и от MX видеоплеера, тоже он мне не понравился, и даже от Kodi. Вот стандартный Rock Video Player работает просто замечательно. Так, ну и давайте сразу поговорим с вами о тротлинге. Тестировал на тротлинг примерно полчаса. Первое значение на самом старте, 3 секунды прошло, 100% загрузка, 70 градусов. Видите, да? Градусы показывает здесь, здесь показывает количество ядер, текущая частота, ну и время. Проходит время 29 секунд, 81 градус уже, частота не меняется. Проходит 5 минут, частота та же самая, 83 градуса. 8 минут, 85 градусов, частота та же самая. Так. 13 минут, 86 градусов, тоже частота не меняется. 18 минут, 86 градусов, не меняется. 22 минуты, 86 градусов, частота 1,5 ГГц, все так же. И 27 минут. 88 градусов, это уже критичное значение, но тротлинга мы не наблюдаем, друзья. 30 минут, 88 градусов и частота та же самая. И последний вот я сделал после отключения теста, я решил посмотреть, за какое время остынет, собственно, бокс. Вот, например, на IMLogic S912 бокс остывал там, по-моему, за 4 секунды на 7 градусов. Здесь бокс остывает достаточно долго. То есть прошло, наверное, минуты полторы, а он остыл только до 73 градусов, там с 88, да? Ну, очень долго. То есть вот такого падения температуры, как в IMLogic, я здесь не заметил. Очень долго остывает TV-Box. Ну и, конечно же, я проверил, насколько работает мой беспроводной джойстик, самый дешевый. Подключается великолепно. Ну, вот, собственно, и все. Теперь мы с вами перейдем к поддержке кодеков и можно немножко поговорить о альтернативных прошивках. Да, есть прошивка от Суперцелерона, но она пока в бета-режиме. Была она сделана тогда, когда еще вышла только первая прошивка на данный девайс. Эта прошивка была первая очень глючная, поэтому много людей ставило себе эту бету от Суперцелерона. Теперь прошивку допилили, в принципе, смысла ставить бету от Суперцелерона я не вижу. Хотя говорят, что работает тоже великолепно, вопросов к ней нет, но развивается она очень медленно. В данном случае я вот работаю на стандартной прошивке, которая обновилась по воздуху. Ну и давайте перейдем к проверке кодеков. Естественно, все видеоролики, которые вы скачаете с интернета, с торрентов, все это будет работать великолепно. Можно тот же самый Монгол запустить. Ну, собственно, запускается на хардверном режиме.
можно перейти в Hardware Plus. То есть на каких-то простых кодеках, несложных форматах все работает отлично. То есть вопросов никаких нет. Если у вас что-то посложнее, давайте я покажу, например. Вот еще хорошо работает H265 4K видео. Тоже на MX Player проблем никаких нет. Видим, что это хардвар режим. Все работает. Работает достаточно быстро. Тоже можно смотреть. Однако, если мы попробуем запустить, например, Sony 4K HDR, то мы увидим, что он работает в софтверном режиме и тормозит, тупит очень сильно. Вот, видите, да, как? Попытка переключиться в хардверный режим говорит, что кодек не поддерживается. То есть в этом плане гораздо лучше использовать встроенный видеоплеер, о котором я говорил с самого начала. Вот, например, то же самое видео. Открыть с помощью и выбираем видеоплеер. Смотрим, что же теперь будет. А теперь все работает великолепно. Быстро, качественно, вопросов никаких нет. Давайте сделаем потише. Точно так же можно запустить и LG Chess. Тоже на своем видеоплеере, вот этом ROG видеоплеер, работает великолепно. Очень тяжелое это видео. Во-первых, оно 4K, во-вторых, оно в HDR. Так, и еще очень важно посмотреть, это грязный Гарри, 10-битное видео. Открыть с помощью, тоже открываем нашим рок-плеером. Минуточку. Вы хотите заплатить этому подонку? Видим, что все работает великолепно, 10-битное видео идет. То есть, если вы будете использовать ROG видеоплеер, в принципе, даже можно этот MX Player вообще не ставить, все будет работать просто отлично. MX Player я, например, использую только для того, чтобы было с чем связать HD видеобокс. Только вот в этом случае. Как вы видите, вот мы запускаем все, 52 градуса Цельсия. Средняя температура 50 градусов. Но если вы запускаете что-то тяжелое, TV-боксик сразу начинает набирать температуру, набирает до 80 градусов, но тротлинга не происходит. Вы сами видели, что аппарат не тротлит. Охлаждение у него пассивное. Внутри стоит радиатор. Над радиатором есть еще одна железячка, если разбирать. В принципе, отвод тепла есть, но если проделать, например, дырочки вверху корпуса, будет гораздо лучше. Но большинство умельцев делают еще проще. Они вырезают сверху дырку, и туда ставят какой-нибудь кулер. Кулер ставят на вытягивание, или же еще проще некоторые делают. Они покупают подставку, которая дует вверх, и ставят боксик на подставку. Поскольку ножки у него маленькие, воздуха проникает под TV-бокс мало, поэтому вот эта вот подставка работает достаточно хорошо. То есть два варианта. Либо сверху кулер, ну либо снизу какую-нибудь USB-подставку. Тем более USB-портов много, включая USB 3.0. Это очень круто. Поддерживается, конечно, OTG. Даже пробовал OTG. В принципе, через USB Type-C тоже все отлично работает. Ну и вот, как говорят, что можно даже монитор подключить. Сам я этого не пробовал, но функция очень интересная. Давайте попробуем YouTube. В принципе, убедимся, что все отлично работает. Вот какое-нибудь 4K видео. Видим 1080p, больше ничего нет. Но в принципе ролики идут отлично. То есть никаких задержек, торможений, ничего нет. Все показывается великолепно. Последнее, о чем мы с вами, друзья, поговорим, это, конечно же, об игровой производительности. Для игровой производительности я выбрал, естественно, эмуляцию.
Я люблю эмуляции. То есть тот, кто любит гоночки всякие, любит 3D-бродилки, можно играть, но я на джойстике этим заниматься не люблю, и поэтому для себя я использую KO Gamebox. Так, это Game Manager. Ну вот, собственно, какие игры у меня сейчас предустановлены. Ну, давайте поиграем в две из них. Или во все даже. Посмотрим, как это все идет. Enter Game. Геймпад подключен. Все, пока геймпад не подключен, он запускаться не хочет. Как только подключили. Ну вот сейчас быстренько, чтобы только показать, что все отлично работает. 80 тысяч, друзья, в Antutu, поэтому ну, все должно играться ну просто великолепно. Ну просто шикарно. Очень много людей покупают данный TV-бокс исключительно для игр, потому что ну, игровая производительность нереально хорошая. Но с другой стороны, вот мы сейчас начнем играть и посмотрим, как он будет нагреваться. 53 градуса пока. Ох ты, я не смог отбить. Это PSP. Все достаточно хорошо. Ну и, собственно, кто бы сомневался, даже на IMLogic 912 там все отлично работало. Неудивительно, что здесь с бешеной частотой все будет великолепно работать. То есть здесь можно играть даже в самые тяжелые игры, какие только есть на Android. И самые тяжелые эмуляции. 80 тысяч Antutu для TV-бокса, друзья. Ну, это просто очень круто. Ну, собственно, все понятно, да? Давайте следующее что-нибудь запустим. Поехали. Ну, конечно, на сенсоре проще гораздо управлять. Здесь надо немножечко привыкнуть. На джойстике обвыкнуться. Ну, по крайней мере, я не последний. Ау, пока. Но работает все. Ух ты, это жопа. А вот переключение внешнего вида. Ну тогда так попроще. Да, друзья, я разгадал наконец-таки, как это все делается. На самом деле вся проблема была в том, что была подключена мышка. Поскольку была подключена мышка, я не мог использовать джойстик. Ну, джойстик глючил. На самом деле можно... Видите, можно играть... Во все, во что угодно. Ну, играть можно. Однозначно играть можно. Так. Вот так вот, видите. Наверное, джойстиком даже удобнее немножечко. Но надо приноровиться. Итогом, друзья, основное предназначение данного TV-бокса это, конечно же, разные тяжелые приложения, игры.
Естественно, поддерживаются практически все необходимые кодеки, включая 4K, включая H265, HDR. Все работает великолепно. Есть поддержка автофреймрейта. Единственный вопрос, который можно задать данному медиаплееру, это вопрос относительно охлаждения. То есть нагревается он при нагрузке достаточно тяжело, при этом не сбрасывая частоту. То есть мы видели сами, как он нагрелся у нас до 88 градусов, не сбрасывая частоту, вот так и молотя на 1,5 ГГц. Это, конечно же, очень хорошо отражается на играх. Никаких спадов FPS нет, все работает великолепно. С другой стороны, конечно же, надо это как-то охлаждать. Ножки совсем чуть-чуть поднимают корпус над поверхностью стола, поэтому либо какая-то подставка, она на десятку градусов, конечно же, температуру скинет, либо сверху вырезать, ставить кулер, то есть какая-то доработка охлаждения, если вы собираетесь серьезно нагружать, играть, использовать по назначению данный TV-бокс, она, конечно же, очень нужна. Ну, либо играть надо будет такими короткими урывками, то есть, например, там по часу, не более. Если вы хотите, например, зарубиться часа на 3-4, то лучше, конечно же, хотя бы подставку подставить, а лучше, если прям кулер внутрь врезать. Это будет просто великолепно. По количеству портов отлично. Есть поддержка USB 3.0, есть несколько портов на USB 2.0, то есть все можно подключить. Все отлично работает, удобный пульт, то есть пультом особенно прям целиться не надо. Я могу вот практически вот сейчас, ну вот я не в сам TV-бокс его направил, а направил немножечко в сторону, и все работает. То есть с пультом все отлично, поддержка USB джойстиков отлично, по сети, скорости и главное по производительности все очень хорошо. Ну, на этом, друзья, всем спасибо. Отличный TV-бокс, очень мощный. Вот для тех, кому нужна реальная мощь, это Yondu U8. Очень-очень крут. 80 тысяч антуд, друзья, это невероятно много. По поводу памяти решайте сами, что вам лучше, 2.16 или 4.32. Но тут уже зависит, наверное, от кошелька. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео, пишите свои комментарии под данным роликом. Я их читаю, я на них отвечаю. Всем спасибо, всем пока. Yondu E8.